Перейти. Жаль, что ведьмина тетива уже не поможет. Думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Тут еще. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно! Они нападут. Ага. Впереди враг! Yeah!
свое место! Можно использовать. Там наверху. Сперва заморозить ветро. Получилось! Мост снова на месте. Надо вернуться наверх. Смотри, синие двери храма. Мы почти. У них тут не только мосты. Может, эта штука нас поднимет? Ха-ха!
Синяя дверь! Мы у цели! Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Снова колокола. Видно, рядом нарнирский сундук. Это снова гном. Синдри? Сюда. Эй, Синдри, мы нашли кое-что. Правда? Обожаю всякое кое-что. Сын, здесь еще один. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Что приглянулось? Иногда лучше вообще ничего не купить.
Эй, как Синдри нас обогнал? Он и второй синий передвигаются быстро. Мы внутри. Ну, конечно. Ого! Вот это впечатляет! Читай. От тьмы береги свет. Как-то плохо они его берегли. Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Ну для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать?
Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Ищи, где войти. Работало! Мосты появились! Иди за мной. Давай, соберись. Пути восстанавливаются. Кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов, держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Бифростом? Ведьма сказала встать в него. Когда?
когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышу? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Фу, оно липкое. Кина, Нуна! Еще один! Назад! Цель уже близка, но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Стреляй в них! Я расчищу нам путь! Пускай стрелы быстрее!